Здравствуйте, друзья! Сегодня в главной роли оперный тенор Дмитрий Корчак. Здравствуйте, здравствуйте, Дима. Здравствуйте. В Москве состоялся ваш сольный концерт с Национальным филармоническим оркестром. Это нечастое ваше появление в России. Значит, что для вас сегодняшнего «Ла Скала», «Опера Басти», «Венская опера» ближе и интереснее, чем российские театры? Увы, появляемся мы здесь все реже и реже, но не по причине нашего выбора и предпочтения других театров или других концертных площадок. Любой артист-певец должен работать на всех площадках мира. То есть его карьера создается, грубо говоря, в равной степени должна охватывать всю географию всего земного шара, все страны и все главные театры мира. Поэтому я с большим удовольствием выступаю и в Ла Скала, и в Ковенгардене, и в Парижской опере. Ну, с таким же удовольствием выступаю и в других театрах, может быть, менее престижных, но не... Не с такими раскрученными именами, но с очень хорошим содержанием. Наверное. Имена, наверное, такие же раскрученные, потому что, допустим, театр Сан-Карло в Неаполе имеет огромную историю, там просто очень много опер, которые мы сегодня знаем, которые являются нашей жемчужиной вообще всего мирового наследия, были написаны для этого театра, тем же Россини и так далее. Но вот для Россини это был театр, берем в кавычки, замечательное слово «дом». Театр «дом». Ну, он там был лет, по-моему, 17 директором театра. В том-то все и дело. В том-то все и дело. В советское время для вокалистов была одна крайность. Они вообще не выезжали. Сейчас получается тенденция, связанная с тем, что фактически не приезжают. Вы получили образование в России. Замечательная школа. Удивительный, фантастический базис, который сейчас работает на вас и для зарубежной публики. У вас нет театра дома, у вас нет театра, в который вы как в дом возвращаетесь в Россию. Вот мне интересна эта тенденция. Да, к сожалению, сегодня уже в России мы утратили то место, какое-то такое теплое, уютное, где нас любят, ждут и помогают нам своим отношением, своей любовью. Сегодня мы, конечно, утрачиваем, и я не единственный в этом списке, наверное, вы знаете, все телезрители знают этот перечень имен, которые, к сожалению, получили потрясающее образование наше, и сегодня уехали. И проблема в том, что уехать-то можно, но надо уметь возвращаться, и уметь надо не только для певцов возвращаться, надо и уметь людей зазывать к себе. Сейчас ваше имя уже начинает работать на вас. Когда о вас никто ничего не знал, ни один из зарубежных импресарио на фамилию Корчак никак не реагировал, в этом очень серьезная опасность. Вы сами говорите о том, что тенор, вокалист оперный, это такая профессия, где есть первый и есть все остальные. Да, абсолютно правильно. Я могу сказать, что в какой-то момент, конечно, мне в жизни повезло с людьми. Мне попались настолько близкие для меня люди, которые очень часто просто меняли мою жизнь и поддерживали в самые трудные минуты. Поэтому это, конечно, и Виктор Попов, наш руководитель, который был очень близким для меня просто человеком. Это и мой будущий педагог Дмитрий Вдовин, вокальный, это и Георгий Агеев, это и Владимир Спиваков, которые меня поддержали в трудную минуту. В нашем мире есть еще люди, которым не безразлично искусство, классическое, оперное, которым не безразличны молодые музыканты, что очень важно. Конечно, очень трудно толкать на арену еще сырых, совершенно таких цыплят, не вылупившихся. Поэтому, конечно, я благодарю по сей день этих людей, которые мне в мои первые шаги очень, очень сильно помогали. Мы знаем сценарий, когда очень крупная звукозаписывающая фирма обращает внимание на некую персону, и дальше происходит буквально атомный взрыв, как быстро о ней узнают или о нем узнают во всем мире. У вас в жизни вот такого еще пока не было? Нет, сегодня, к сожалению, весь мир, вся индустрия мировая звукозаписи испытывает огромные проблемы, если сказать очень мягко. К
кризис, скажем так. Да, кризис, причем очень сильный, но это понять можно, если я вам сейчас просто двумя словами очень простыми могу объяснить. Просто сегодня вот вы заходите в любой магазин звукозаписи, если лежит 50 записей Травиаты, кому нужно покупать 51-ю запись Травиаты? Уже рынок перенасыщен всеми этими записями. Уже очень трудно это. Сегодня загораются какие-то уже единичные звезды на мировом рынке, которых можно сегодня каким-то образом использовать в звукозаписи. Да? Допустим, из последних лет, которые мы можем сейчас раскрыть, это, пожалуйста, Чичилия Бартоли, Хуан Диего Флорес. Это такие звезды, когда мир Россини уже на протяжении многих лет был в тени. Эти люди открыли новую музыку Россини, они открыли окно в этот мир Россини. Поэтому, конечно, их было очень просто продвигать, потому что это было что-то новое, что-то свежее, какой-то такой свет в конце тоннеля, который можно продать. Та же наша великолепная Анна Нетребко, да, это был придуман такой потрясающий синтез и первоклассного вокала, но плюс еще добавление внешности, что в синтезе сделало просто такой взрыв бомбы просто в один день. Вот среди звукозаписывающих фирм, компакт-дисков и так далее, конкуренция очень высока. А среди вот вашего спектра вокала, среди теноров, какова сегодня конкуренция? Конкуренция всегда, всегда большая, певцов много, но хороших всегда не хватает. Поэтому, конечно... А сколько вот сейчас пальцев хватит на моей руке, чтобы сказать, по вашему мнению, 5 очень хороших теноров? Или их больше, ну, или меньше? Ну, по крайней мере, пальцев на двух руках хватит точно. Из своих кумиров отрочества вам с кем-то уже довелось выступать на сцене? С той же Чичилией Бартоли? Я с ней, к сожалению, к великому, просто знаком лично, но петь не приходилось. А тем же, допустим, Хуан Диего Флоресом мы часто, угу, мы дружим с нашими семьями, мы часто поем даже одну и ту же, один и тот же контракт, одну продукцию, угу, только в разных составах, допустим. О путях популяризации собственной персоны можно говорить долго. Один из способов, может быть, вы слышали о фестивале «Спалетти», такой скандальный имел оттенок фестиваль в 2006 году, когда там прозвучала опера «Геркулес» на Термодонте в Вивальди. И, собственно, исполнитель заглавной партии, если я не ошибаюсь, его зовут Захари Стейнс, большую часть постановки находился... то есть он редко был одетым, я бы так это назвал. Широкий отклик это получило у любителей оперы. Но вот как вам такой путь? Вы бы согласились на такой эксперимент? Я бы не согласился, но это ни о чем не говорит. Надо всегда разграничивать. Вот как вы разграничиваете? Разграничивать. Бывает гениальная и современная режиссура, и отвратительная традиционная. Поэтому здесь вот эти сравнения неправильны. Другое дело, что если я должен увидеть этот спектакль, если мне режиссер докажет, что в этом спектакле человек должен быть раздетый, я в этом ничего особенного не вижу. Другое дело, что то, что касается меня, я знаю, есть страны проблемные, допустим, такая как Германия, где... С точки зрения режиссуры. Да, потому что это страна, где режиссеры правят балом в театрах. Поэтому я всегда, когда меня просят спеть что-то в Германии, я требую вначале прислать мне DVD, чтобы я посмотрел эту постановку. Угу. Есть страны, где в Италии это невозможно. Это очень традиционная страна и страна с большим очень театральной и оперной историей. Поэтому, конечно, там публика может просто изменить... С режиссерами понятно. Выгнать просто режиссера. А с какими композиторами легче, комфортнее, удобнее, как угодно, с немецкой волной или с итальянцами? Когда я выстраивал свою карьеру и мои первые шаги в Европу делал, я поставил себе задачу очень определенную – не появляться в Европе с русским репертуаром. Почему? Потому что очень просто
попасть на европейскую сцену с русским певцу, с русским репертуаром, но очень часто можно получить такое клише, как русского, как певца на русский репертуар. Мы ставим там Онегина, ну давайте вот этих русских туда возьмем. Поэтому моя задача была войти и прорвать эту стенку рынка. Допустим, если я прихожу в Италию, хочу с итальянским репертуаром. Если я еду в Париж, хочу исполнить «Искатели жемчуга». Если я еду в немецкоязычные страны, хочу попробовать обязательно спеть, допустим, волшебную флейту. Потому что тогда тебя начинают серьезно воспринимать. Я очень рад, что у меня получалось делать дебют в этих странах именно с репертуаром с этих композиторов, носителей языка. И, конечно, мой репертуар сегодня основной – это Моцарт, Доницетти, Беллини. И, допустим, после уже 4-5 лет карьеры в Италии я соглашался петь Ленского. После уже многих моих дебютов в Валенсии я сейчас еду в декабре петь того же Онегина туда. Но не стал бы я дебютировать в этой стране, в Онегине. Поэтому это может быть... Но, опять же, это гораздо более сложный путь. Это очень сложный путь, но, по крайней мере, я обо мне в Европе сегодня говорят как о певце бельканто, как о певце, который в репертуаре которого основными являются Беллини, Доницетти, Моцарт. И, допустим, Россини тот же. Это, я считаю, очень важно. Когда мы с вами говорили о записях в магазинах, которых очень много... Я вспомнил о вашей записи оперы, о которой я вообще ничего не знаю, «Братьев Риччи», «Корада д'Альтамура». Да. Что это за опера и почему вы согласились принимать участие в этой записи? Ну, это как раз очень редкая возможность поучаствовать в какой-то звукозаписывающей компании, поучаствовать в записи оперы, именно в студийном ее варианте, в профессиональном студийном варианте. Так вот, есть такой музыкальный как бы лейбл, звукозаписывающая компания, которая специализируется на записи именно очень редких произведений, которые либо не исполняются, либо не были никогда записаны. Так вот, это они очень долго расшифровывали эти ноты, эти партитуры. Когда они расшифровали, они мне прислали, мы это все посмотрели, я согласился. Интересный материал, да? Это очень интересный материал. Но вот эта вот история с Корадо, она рискует когда-нибудь быть перенесена на сцену? Или так и умрет? Не уверен. Музыка, а почему? Почему? Музыка очень, очень хорошая, она очень похожа на молодого Верди, на его ранние... Просто история сама по себе архаичная, не очень драматургически выигрышная. Я вот сказал, что... Вряд ли, да, она будет исполнена. Но я вот хочу, чтобы был какой-то человек, кто будет продвигать такую музыку. Очень трудно. Вот вы будете директором театра, вам надо собирать залы. Дон Жуан. И у вас будет сезон. Евгений Онегин, все понятно. И я вам приду и скажу, как кастинг-директор театра. Давайте сделаем вот «Корада д'Альтамура». Есть хорошая опера, уже есть ноты расшифрованные. Просто их там выкупить, перепечатать и исполним. Вы мне зададите обратный вопрос, а кого я буду видеть в зале на этом спектакле? Это очень трудно, это единицы делают, это наш маэстро Гергиев может позволить себе такие вещи делать, потому что он своим именем соберет зал, и мы должны ему, кстати, быть очень обязаны, потому что он, как никто, продвигает русскую музыку в Европу. Я сегодня узнаю какие-то новые названия, такие как «Война и мир». Когда мы последний раз в Европе люди слышали «Войну и мир»? Он объездил с этой оперой по всему миру и имел огромный успех. Но у нас есть композиторы тоже почти забытые. Евстигней Фомин, например, патриарх русской оперы. Может быть, когда-нибудь на новой сцене в Мариинского театра в Санкт-Петербурге как раз и прозвучит либо опера «Братьев Риччи», либо «Евстигней Фомин». Вообще, мне понравился этот наш диалог. Дай бог, может быть, в будущем он когда-нибудь состоится и в реальности. Спасибо. Спасибо вам, Дима. Спасибо большое. Спасибо. Дмитрий Корчак, оперный тенор, входящий в десятку лучших вокалистов этого спектра оперного искусства, сегодня в главной роли на телеканале «Культура». Обязательно с вами увидимся. Спасибо.